Всем огромный-огромный привет! Сегодня будут очень вкусные, необычные котлеты, которые всем советую приготовить. Делается все быстро, просто и легко. Давайте приступим. Что нам понадобится? Это фарш у меня куриный, чеснок, лук, морковка, два яблока. Желательно яблоки брать кислые, либо кисло-сладкие. Также соль, черный молотый перец по вкусу, одна картофелина и бекон. Давайте сделаем фарш. Фарш на мелко-мелко режу лук. Можно прокрутить вместе с фаршем через мясорубку. На мелкой терке тру чеснок. Морковь также тру на мелкой терке. И одну среднюю картофелину. Добавляем черный молотый перец, соль. И все хорошо перемешиваем. Фарш готов. Противень застилаю пергаментной бумагой. Маслом смазывать не буду. Хорошо помытые яблоки нарезаем кружочками. Желательно не толще 1 сантиметра. Вот примерно вот так. Серединку нужно обязательно вырезать. Мокрыми руками скатываем колобок из фарша и прокладываем его между двумя половинками яблок. Вот так. Заворачиваем эту котлетку в кусочки бекона. И выкладываем на противень. Готовые котлетки отправляю в духовку запекаться при температуре 180 градусов примерно на 40-45 минут. Буду смотреть по готовности котлет. Вкуснейшие просто котлеты готовы. Перекладываю их на тарелку и подаю к столу. Вот такие получились котлетки. Лично мне их даже просто жалко разрезать. Хочется любоваться и любоваться. А какие они вкусные и сочные получились. И довольно-таки пикантные за счет яблочной нотки. Попробуйте так приготовить, вы останетесь абсолютно довольны. Они получаются очень вкусные. И удивят вас и ваших знакомых. Кому понравился рецепт, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Также поделитесь рецептом со своими друзьями в соцсетях и заходите на мою страничку ВКонтакте. Всем буду очень-очень рада. Попробуйте приготовить такой рецепт и поделиться со мной фотографией того, что у вас получилось. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!